О, нет, ну вы это видели? Сосредоточься. Начнешь с этого. С тренировки на манекенах. Ну ладно, я недавно поел и еще перевариваю. Мое кунг-фу сейчас может быть не на высоте. Ударь его. За каждого уничтоженного манекена я буду зажигать факел. Когда загорятся все факелы, я дам сигнал, и откроется дверь в следующий зал. Понятно? Абсолютно. Какой я знаю, ты справишься, По! Это обычный тренировочный манекен. Его можно уничтожить любым ударом. Ударь по нему, По. Быстрые враги требуют быстрой реакции. Используй быстрый По. Иногда тебе придется ходить по узким карнизам. Чтобы удерживать равновесие, наклоняйся вправо или влево. Против сильных врагов нужно действовать только мощью. Выполняй сильные удары, чтобы уничтожать такие манекены, и уклоняйся от их атак. Чтобы произвести энергетическую атаку, удерживай, а затем отпусти кнопку сильного удара. Выполни прием пандотрясения и повали всех врагов. Неплохо. Уничтожь оставшиеся манекены, чтобы продолжить. Выполни специальный прием. Быстрее, круче, сильнее. Отлично. Уничтожь оставшиеся манекены, чтобы продолжить. Так держать, По. Уничтожь оставшиеся манекены, чтобы продолжить. Даешь надежды, панда. Так ты считаешь себя воином-драконом? Послушай, я не стану спорить с мастером Угваем. И не знаю, как ты сумел так далеко зайти. Но ясно одно. Мой рекорд тебе не побить. Сможешь ли ты побить время тигрицы в зале земли? Удачи, Бог!
Надо же, он справился. Неплохо, для панды, я хочу сказать. Спасибо, мастер обезьяна. Я только что поблагодарил мастера обезьяну. Но прошлая комната всего лишь разминка перед этой. Посмотрим, побьешь ли ты мой рекорд. Сможешь ли ты побить время обезьяны в зале ветра? Какой же он большой, этот по! Я знаю, ты справишься, По! Удачи, По! Меня ищешь, По? Гадюка? Ого, вы даже знаете, как меня зовут? Само собой. Но, боюсь, на этом твоя удача и закончится. Это моя комната и мой рекорд. Тебе не удастся его побить, По. Сможешь ли ты побить время гадюки в зале огня? Я знаю, ты справишься, По! Должен сказать, я удивлен. Это было не так уж сложно. Знаете, я видел и хуже. Да, тысячу раз. Я просто использовал свои чудо-приемы кунг-фу, и все. Ну не обольщайся, панда. У тебя впереди еще долгий путь, если ты и впрямь воин-дракон, как думает мастер Угвай. Ладно, и сколько времени, по-вашему, это займет? Очень, очень много времени. Ох...